Mass Effect, GTA, Left 4 Dead 2, Fallout 3, а также Mafia 2 будет русской. Брэд Питт отдыхает, ты лучший актер. Это и многое другое прямо сейчас в Virtuality. Привет, меня зовут Макс Васильев, и это Virtuality. В ближайшие полчаса вас ждет только самая новая и интересная информация из мира видео, игр и компьютерных развлечений. Поздравляю всех поклонников Лысого Кейна, Братства Нот и Танков Мамонтов. Command & Conquer 4 быть! Разработчики обещают невиданные доселе игровые режимы и собираются поставить жирную точку в эпической истории проекта. О нет, они убьют Кейна, сволочи. А вот это мы сможем узнать лишь после выхода игры. Будет это в следующем году. Кстати, примерно в это же время выйдет и продолжение твоей любимой мафии. Так что не переживай, смотрим сюжет. Итальянская Коза Ностра имеет мало общего с российскими братками. Однако именно игра «Мафия» полюбилась нашим геймерам. История взлета и падения Томаса Анджело завершилась кровавой бойней, оставив армию фанатов с затаенным дыханием ждать продолжения. И вот на подходе «Мафия 2». Mafia 2 is a third-person action crime game. Mafia 2 — это экшен от третьего лица про преступников. Там все крутится вокруг парня по имени Вито Скалетти. Действие происходит в 40-х и 50-х годах. Вито — иммигрант из Италии, который задумал подняться в Америке. Не убивай меня! Пожалуйста! У меня есть жена! Сила без вины. Этот молодой парень вернулся со Второй мировой войны и приехал в Штаты. Он как-то крутится, подрабатывает водилой, а мамаша давит на него и говорит, чтобы нашел нормальную работу. Вокруг криминал, большие деньги и власть. Естественно, парня переклинило, и он пошел к успеху. Потом у него появляются дружки, знакомые, работодатели. В общем, геймерам будет чем заняться. Действие игры происходит в огромном мегаполисе, который воплотил в себе сразу несколько реальных городов того времени. Город в игре называется Empire Bay. Это наше видение Америки тех лет. Как помните, в первой части был Lost Heaven, такой цельный городишко. Сейчас мы делаем упор на реализм и масштабы. Мы взяли за основу такие города, как Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско, и забабахали этот невиданный мегаполис. Да, атмосфера именно то, за что оригинальная «Мафия» так полюбилась геймерам. Но помимо всей этой гангстерской Америки, игра отличалась на удивление драматичным сюжетом. Во второй части все обещает быть еще серьезнее и реальнее. В «Мафия 2» сильный сюжет. Мы придумали практически киносценарий. Частично его делали люди, сделавшие первую часть. Например, наш главный аниматор. Он просто гений, кстати. Такому сюжету в Голливуде позавидуют. Например, некоторые сцены на движке просто с ног валят. Это же можно сказать и про диалоги персонажей, и вообще про дизайн игры. Это самое что ни на есть «Мафия», все то, что мы так любили в первой части. Все это будет, и мы не обидим наших фанатов. Хотя, конечно, было бы странно, если бы во второй части были герои с первой игры. Как вы помните, в конце все умерли, мы никого не воскрешали. Но специально для тех, кто рубился в первую часть, мы приготовили несколько сюрпризов. В общем, фанаты их узнают и полюбят. Ну и напоследок еще несколько приятных новостей от разработчиков самого ожидаемого криминального боевика современности. Мы планируем полную русскую локализацию игры. Помните, как было с первой частью? Только все будет гораздо лучше и быстрее. «Мафия» разрабатывается для PC, бокса и Соньки и выйдет в начале следующего года. Mortal Kombat возвращается на киноэкраны. Актер с очень смешной фамилией Крис Казамасса
который, между прочим, играл Скорпиона в двух предыдущих экранизациях, заявил, что его пригласили на съемки третьей части. Хотите тоже попробовать себя в роли кинозвезды? Тогда смотрите рубрику «Демо». Ну а я отправляюсь на кастинг. Чтобы ощутить себя новым Брэдом Питтом или Анджелиной Джоли, не нужно покидать собственную квартиру. Все, что вам понадобится, приставка Xbox 360, диск с игрой You Are In The Movies, специальная камера и актерский талант, конечно. Так, новобранцы, я здесь, чтобы обучить вас правилам игры You Are In The Movies. Соединяем, подключаем, запускаем, и можно приступать к съемкам. Готовы к съемкам? Сначала нам покажут дурацкий вступительный ролик, снятый за обеденный перерыв в гримерке Уви Болла. Кем-то очень на этого самого Уви Болла похожим. Этот кукольный мультик вкратце знакомит нас с основными элементами изготовления шедевра. Катастрофа! Вот что бывает, когда нарушаешь приказы по освещению. Так что закройте занавески, не направляйте камеру в сторону незашторенных окон и включите лампы. Буя! Вот это уже лучше. Затем пара настроек фона, и вуаля, мы в кино. Настал твой звездный час. Выполняй мои инструкции, покажи мне высококлассную игру. Для начала кинокарьеры надо определиться, сколько актеров будет задействовано. Всего их может быть не больше 4. Сколько всего актеров? Выберите нужное число. Потом выбираем сюжет будущего шедевра и примеряем на себе профиль актера. Ну а дальше съемки. Мотор! Съемки – самая веселая часть творческого процесса. Здесь надо и кривляться перед камерой, и изображать бег, прыжки, героические позы. Потрясающая игра! Какой профессионализм! Затем нам предложат поучаствовать в мини-играх, счет в которых идет уже на очки. Бросай грязюку! Отбиваться от ос, кидать бревно, бросать мяч, уворачиваться от всяких ерундовин. Игрушки отличаются забавными комментариями режиссера. Ты сделал это! Посмотри, какая счастливая свинюшка! Все съемки проходят 4 раунда. В каждом раунде у каждого актера будет по 2 съемочных эпизода. По окончанию раунда подводится итог, и вы сможете узнать, кто был звездой на площадке. Ну а кто достоин только носить кофе, да коням хвосты крутить. И вот, наконец, фильм снят. Все на премьеру. Благо, билет покупать не надо. У нас получился вот такой доморощенный шедевр. Наш фильм называется «Хладнокровный». Кровь леденеет от этого ужасного ужаса. Хладнокровный. Смотрите и ужасайтесь, как радиоактивный мастодонт несет разрушение. Ужас, от которого не имеют ноги. Почувствуйте, как холодеет ваша кровь. Хладнокровный. Показ прошел с оглушительным успехом. А теперь самая волнующая часть – награждение Американской киноакадемии. И награду You Are In The Movies за лучшую актерскую игру получает… Это должен быть я на 100%. Да-да-да-да-да-да-да. Да! Кто бы мог подумать? I want to say thank you for my mother, for my father. Подводя итог, можно сказать, что You Are In The Movie – игра для шумных вечеринок. Правда, эта забава может наскучить вам уже через пару часов. Главное, что отснятый шедевр можно сохранить. И не только показывать друзьям, но и отослать на какой-нибудь фестиваль независимого кино. И ваш актерский талант оценят настоящие критики. Далее в Virtuality, Mass Effect, GTA, Left 4 Dead 2, Fallout 3, а также сдать школьный экзамен танцуя реально. Сковорода – лучшее из существующего оружия. Это Virtuality, мы вернулись. Издатели экшена Batman Arkham Asylum запрещают игровым журналам плохо отзываться о своем проекте. Предлагается или вынести игру на обложку и поставить ей не ниже 9 из 10 возможных баллов, или не упоминать о ней вообще.
Интересно получается. Либо хорошо, либо ничего. А Бэтмен сейчас и не умер, а? Да ладно, это еще ничего. Например, игры, попавшие в нашу великолепную семерку, вообще запрещали к выходу в некоторых странах. Открывает нашу семерку знаменитая ролевая игра Mass Effect. История командора Шепарда, который доказал, что человечество достойно на равных существовать со всякими продвинутыми инопланетными цивилизациями, казалось бы, и не содержит ничего такого, из-за чего на игру обрушился шквал критики. Тем не менее, именно так и произошло. Скромные, видимо, непорочно зачатые ведущие одного американского канала узрели в игре сцену сексуального единения Шепарда с, о ужас, инопланетянкой. Сцена, надо сказать, довольно неинтересная. Однако, учитывая, что главного героя можно сделать женщиной, этот эпизод приобретает широкую огласку. Что и аукнуло с несчастным геймером Сингапура, где игру запретили, узрев в сексе с представительницей иной цивилизации жуткий грех. Ксенофобы. На 6-м месте постъядерное приключение Fallout. В Индии его запретили из-за наличия в игре браминов, двухголовых мутировавших коров. Привет. Дело в том, что в этой стране данные представители крупного рогатого скота, ну, в смысле, буренки, считаются священными животными, и относиться к ним стоит с глубоким почтением. Ну, хватит! Ну и как тебе это, а? Но не только двухголовые коровы препятствовали продвижению игры в массы. В Японии, например, из третьей части Fallout'а вырезали сцену взрыва атомной бомбы. В Австралии возникло недовольство по поводу того, что главный герой может употреблять наркотики. Но в итоге и там игру выпустили, правда, с соответствующими изменениями. И она попала на 6-е место нашего хит-парада. В Бразилии, где, как мы знаем, много диких обезьян, тоже не жалуют компьютерные игры. Около года назад бразильским геймерам запретили играть в популярнейший многопользовательский шутер Counter-Strike. Который, по словам чиновников этого государства, представляет собой угрозу для демократического государства, закона и безопасности, провоцирует насилие, нарушение общественного порядка, вредит здоровью потребителей. Это несмотря на то, что Counter-Strike официально признан киберспортивной дисциплиной. Данная игра должна быть удалена с каждого компьютера, иначе его владельцу грозит ежедневный штраф в размере $3000. На 4-й позиции затаился жестокий экшен God of War. Игра оказалась настолько брутальной, что вышла во многих странах с ограничением от 18 лет. Но в Объединенных Арабских Эмиратах похождения греческого воина Кратоса рассматривали совсем с другой стороны. Чиновники этой страны узрели в истреблении минотавров, циклопов и морских чудищ материал, оскорбляющий религии и традиции своего государства. Оказывается, содержание игры противоречит общепринятым исламским ценностям, что, конечно, не помешало Sony выпустить проект в других мусульманских странах. Отважный Кратос, нещадно уничтожающий представителей древнегреческой мифологии, в God of War прорубил себе путь и к 4-му месту. На 3-м месте семерки — чувак из игры Postal 2. Несмотря на то, что он устраивал массовые убийства мирных граждан, поджигал живых людей и использовал кошек в качестве глушителя для автомата Калашникова, нападал на полицейских, отрубал соседям головы лопатой и мочился на своих жертв, игру с его участием запретили только в Австралии и Германии, где, между прочим, Postal 2 и сделали. Shit. Возможно, тут свою роль сыграло то, что при желании и должном умении всю игру можно пройти, ни разу никого не убив и не покалечив. Поэтому рыжеволосый чувак прорывается лишь на 3-е место великолепной семерки запрещенных игр. Next.
Против серии GTA была подана куча судебных исков. Жаркие споры по поводу ее скандального содержания не сползают со страниц интернета, а всемирно известный профессиональный борец с жестокостью, бывший адвокат Джек Томпсон, даже угробил свою карьеру, рассылая родителям разработчиков этой игры письма с угрозами. Различные проекты этой серии запрещали в Австралии, Объединенных Арабских Эмиратах, Германии и Японии. Но после того, как 12-летний паренек из Таиланда застрелил таксиста и на суде признался, что сделал это под действием игры GTA, в этой стране стали всерьез относиться к играм подобного рода. Скандальная серия о великом автоугонщике, обвиненная в убийстве таксиста из Таиланда, стала серебряным призером нашей семерки. Германия, Италия, Великобритания, Австралия, Франция, Канада, Япония, Ирландия. Во всех этих странах проект Manhunt 2 поначалу запретили. История побега из психушки доктора Дэниела Лэмба была рассказана разработчиками из Rockstar в таких жутких анатомических подробностях, что поначалу компании Sony и Nintendo наотрез отказались выпускать игру на своих консолях. Однако рокстаровцы немного модифицировали особо жесткие сцены и проект выпустили. Убийства разной степени тяжести, безумные маньяки и отчаявшийся доктор Даниэль из Manhunt 2. Именно они возглавляют хит-парад самых запрещенных компьютерных и видеоигр. Далее в виртуалити. Сковорода. Лучшее из существующего оружия. Сдать школьный экзамен танцуя реально. Это Виртуалити, мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Похоже, разработчики Left 4 Dead 2 — извращенные садисты. Ну а иначе, как можно объяснить тот факт, что отбивать головы живым мертвецам можно будет с помощью обычной биты? Но не для бейсбола, а для крикета. Для справки, крикет — это нечто похожее на бейсбол. Не путайте с крокетом, в который играют деревянными молоточками. Хотя ты знаешь, интеллект, мне кажется, разработчики могут и их включить в игру. О том, какие еще средства расправы над несчастными зомбаками будут в этом проекте, узнаем из сюжета. С дробовиком или автоматом на зомби, но это мы видели тысячу раз. А вот чтобы со сковородкой наголо на толпу мутантов, это из ряда вон. Похоже, дяденьки из Valve, ребята не без чувства юмора, ну и просто безбашены, разделали сковородку главной фичей второй части Left 4 Dead. Ну нет же ничего прикольнее, чем когда ты такой в пугающей обстановке, на тебя прут страшные зомби, и вдруг слышишь бам-бам, это твой товарищ кого-то лупит сковородой по башке. Все начинают кататься по полу от смеха, пока кто-нибудь из команды не вспомнит, что вообще-то надо отбиваться от мутантов. Чертям огнестрельное оружие, бензопила, пожарный топор и, конечно, сковорода. Это настоящее оружие из Left 4 Dead 2. Не сладко, конечно, придется четырем новым персонажам в кишащем зомби Новом Орлеане. Кстати, на вопрос, почему именно Новый Орлеан, разработчики ответили прямо. Да задолбал уже Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Не, ну в натуре слишком много игр с событиями в Вегасе, всех достал. Маркетологи из Valve, не скрывая, хвастаются новинками. Зажигательные патроны, невиданные монстры, такие как Charger или блуждающая ведьма, обновленный мультиплеер. Да для этих спецов придумать что-то новенькое, как два пальца оторвать. О боже, они что, действительно оторвали два пальца на обложке? Ну, мы в следующих частях, если что, его пришьем. Впрочем, несмотря на множество навья, ярые поклонники Left 4 Dead готовы разорвать на части руководство Valve и скормить их зомбим из любимой игры. Ведь они, наивные фанаты, ждали все эти фишки в бесплатном дополнении. А теперь придется раскошелиться на 50 баксов за новый DVD. Но ничего, поплачут и раскошелятся. Когда им еще доведется так смачно поорудовать сковородкой? Грязь по башке! Грязь! А? Учили? На, держи! До следующий! Интеллект, а ты знаешь, что американцы нашли тебе замену? Чего? Как это? Очень просто.
придумали специального робота Эйнштейна, который и сам по себе не дурак, и эмоции может передавать. Вон, смотри, какой красавец. Так что, возможно, скоро мы тебя заменим. Да ладно, интеллект, я так пошутил. Ты мне дорог, как память, как, знаешь, как первый компьютер, первая программа, первый игровой аркадный автомат. Помнишь, был такой морской бой? Его Величество – аркадный автомат, прародитель домашних виртуальных развлечений. Название этой машины произошло от слова «аркада» – крытая галерея магазинов, где традиционно размещались эти игровые кабинки. Они стали серийно производиться в самом начале 70-х и моментально завоевали популярность в США, Европе, а потом и в Японии. История каждого из этих автоматов хранит в себе весьма примечательные факты. Так, например, первый гоночный симулятор Grand Track 10 от Atari принес фирме убыток в 500 тысяч долларов из-за того, что себестоимость аппарата была на $100 выше, чем цена, по которой он шел в продажу. Та же игра Street Fighter 2 вошла в игровую книгу рекордов Гиннесса как первая игра с применением комбо-ударов. А такой механический автомат, как футбол, в нашей стране всегда было принято называть шашлык. А каким феноменом стали аркадные автоматы в СССР? Люди, кому сейчас от 30 и выше, прекрасно помнят эти неуклюжие кабины «Морской бой», баскетбол, тир и другие, установленные в домах культуры, кинотеатрах и ЦПКИО. Это были настоящие порталы, только начинающие зарождаться цифровой мир. И всего за 15 копеек за сеанс игры. Немного советских игровых автоматов дожило до 2009 года, но им на подмогу уверенно пришли их заморские собратья, технически гораздо более совершенные и зрелищные. Тот же Time Crisis позволит вам наколбасить сотню-другую террористов или зомби. Need for Speed проверит ваши водительские навыки на виртуальных виражах, а танцевальные симуляторы заставят вас хорошенько растрясти жир, наступая на огромные кнопки под диско 80-х. Кстати, эти кибертанцы снискали себе такую популярность, что компания Konami в 2006 году официально заявила, что Dance Dance Revolution будет использоваться как часть программы по физической культуре почти во всех государственных школах Западной Вирджинии, США. В общем, погружение в виртуальный мир обеспечено полное, причем даже едва ли не большее, чем дома перед персональным монитором. А если не верите, то просто соберите друзей и устройте себе вылазку в ближайший салон аркадных автоматов. Сразу увидите, что, во-первых, царящую там атмосферу веселья дома достичь практически невозможно. Во-вторых, эти игры не затянут вас слишком надолго, так как у вас быстро кончатся деньги. А в-третьих, если приглядитесь, то вы заметите, что люди, играя в игровые автоматы, улыбаются гораздо чаще, чем сидя за компьютером. Наверное, аркадные автоматы — это и есть настоящее путешествие в детство, в страну грез. Все-таки есть вещи на порядок выше, слышишь? Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь? На сегодня все. Смотрите на следующей неделе в Виртуалити. Сможет ли певица Ёлка перепеть Риану, играя в Липс? Как сделать, чтобы персонажи в игре говорили твоим голосом? Кто получит первое место в хит-параде эротических сцен и многое другое? С вами был Макс Васильев. Стэндбай.